Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы, всадники Олуха, 11 день, 75 миллионов древесины забрал. Так, у нас 466 миллионов дерева. Маловато, конечно, для того, чтобы отправить. Но я могу, например, вот этого нашего отправить. Сразу же причем. Так, водореза отправим. И давай, наверное, посмотрим, что он нам принес беззубик. Три, я чё? Ё-моё, ребят, я... Зашибись. Я его отправил за тремя ящиками, рюкзаками. 300 лямов рыбы. Неплохо, кстати. Вот это я лопухнулся. Это же я руны потратил, получается. Как я так не доглядел-то, а? И причем он мне не принес то, что мне нужно. Вот что самое-то обидное. Ну, давай посмотрим, что нам тут сарделька-то принесет. Блин, янтарь. Причем так мало. 34 штуки всего лишь-то. Лети там в драконий край. Так, здесь нам пак выдали. Очень интересно. Так, никаких форм. Бесплатно. Кривоклык, найдите мать. Тоже поехал бесплатно. Так, и Астрид со своей грамм-гильдой достает нам 9 рун. А выпадает нам тусклый интель. Ну, хотя бы больше количество, потому что темное, ребята, это меньше, светлое это больше. И грамм-гильду я тоже отправлю в путешествие. Вот так вот. Дальше, где наш этот торговец-то? Что-нибудь есть у тебя нормальное? Ну-ка, покажи. О, четкие. Забрали. Так, дальше. Этот мне принес рыбы немножко. Отправляем, отправляем, отправляем. Почти 200 лямов древесины, ребята, ой, рыбы приносит, прикинь. 900. Отправляю, конечно, ребята, я отправляю его учиться. И скоро он получит 112 уровень. А нам как раз это и нужно. Нам это и нужно, чтобы они все, ребята, прокачивались до 112 уровня. Так, у нас рыбы, кстати, достаточно количество. Можно даже... Сейчас посмотрим. Либо мы отправим сейчас кого-нибудь обучаться. Слушай, ну обучаются они, по-моему, за древесину. За рыбу они только прокачиваются. Так, модификруйка, я понял. Может быть, фейерверка? Давай-ка фейерверка, наверное. Так, 11. Пускай летит, обучается. Пускай фейерверк летит и обучается. И модификруйка. 238 лямов. Только лишь за один вот. Модификруйка, ну ты что-то, конечно, лихо. Ты всего лишь-то нам дашь... 2 к сбору железа. То есть по сбору железа, ребят, ну, она не айс. Не айс. Ладно, пока пускай собирает. А ты-то что мне там принес? Ну-ка показывай. А, ты ничего не принес, ты только отправляешься. Ах, ты жук, просидел в тихушку там где-то в окопах. Ладно, смотрим дальше, что у нас тут есть. Так, ты не хочешь? Нет, не хочет он. 230. Давай отправим его обучаться. Пускай, ребят, получает 85 уровень. Может, скалотряса прокачаем тогда уж. Так, здесь у нас яйцо, кстати, созрело. Так, это у нас пристиголов, насколько я помню, да? Кошмарный. Так, точно. Размещаем его в ангаре. Блин, расширить. А сколько стоит расширение ангара? Я не вижу, сколько стоит, ребят, расширить, чтобы ангар. Максимальное число. Ну, это я понял. А расширить-то как? Непонятно. Ладно, фиксим. У нас с тобой последний пак, кстати, который мы уже открыли. Надо будет набивать. Блестящий янтарь, одна штука. Можно отправить?
Нет. Отправить нельзя, к сожалению. Так, давайте теперь посмотрим, что эти наши оболтусы принесли. Ну, тут чешуя плюс тусклый янтарь. А ты что мне принес? Грибок и опять же тусклый янтарь. Так, беззубик. Слушай, подожди, весночес, вернись-ка обратно. А куда обратно? Я же отправил учиться. Тогда не получится, ребята. Хотел, думал сейчас сделать защиту олуха. Тогда беззубик придется тебя просто-напросто отправлять на поиски. На поиски шлемов. Да, ребята, это очень бесит. Эти шлемы, кроме как в поисках, нигде не найти. Можно было бы менять ненужные вещи на нужные, да? Ну-ка, смотрим, что у нас тут. Награда. Заработали награду, смотрим. И это у нас 750 царапок. Замечательно. Итого уже 5200, ребятушки, я вам скажу, 5200. А вдруг все-таки у нас получится с вами накопить на Инферно? Блин, это было бы круто. Я бы лично был бы очень рад, если бы такое у нас получилось. 16 дней еще до конца сезона. В принципе, шанс есть, как по мне. Ну что, здесь вроде бы всех мы, да, отправили. Все как бы при делах. Все что-то... возится. Давай посмотрим теперь наших этих. Так, уровень. Рогобоя бы надо прокачать-то, в принципе. Каким-то макаром. Так, брызговик. Ну, понятно, здесь фиг ты что получишь. Как всегда, все около да около. И в итоге он не перешел. Давай, иди обучайся дальше. Роза ветров. Сколько нужно нам на следующий уровень? 105 лямов. Ладно, будем потихонечку прокачивать. Вообще, премиум в первую очередь, ребят, надо прокачивать. Потому что они крутые. Они больше всего собирают ресурсов. В отличие там от эпических или еще каких-нибудь. Такс, ну что... Иди за древесинкой лети. Нечего тебе здесь стоять. Ты за рыбой. Громолет. 280 надо. Так, ну что, давай глянем, есть какие-нибудь события-то? О, события, блин, ребят, ну события есть. Будет доступно только через один день. Где фонарь, я его не вижу, вот он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 дней осталось, 15 открыть нужно. Так, ну что, тогда я, наверное, иду на арену сейчас. Это единственное, что мы можем с тобой сделать, это подраться на арене для того, чтобы открыть, мало того, что пак вождя. Подожди-ка, давай их еще бесплатно-то откроем. Пак. Чтобы набить паки и к тому же еще получить два пака вождя. Так, острозубы, это все понятно. И загадочный. Так, забираем монеты и сам пак. Костолом, Громоль, Водорез. Ну вот, в принципе и все. Так, я сейчас еще гляну, есть ли у меня возможность. Нету. Написано продано. Продано. Тут, конечно, можно, ребят, но... Черт узнает. 100 монет Одина тратить как-то не очень хорошо. Ох ты, ох ты. Бремя гнильца. Мерзкослизень. Мечекрат, кревет. Мелкомрат. Блин, вот этих бы получить, это было бы, конечно, круто.
Но 620 монет стоит. То есть недешево, ребят. Ладно. Сезон абонемент тут у нас. Пойдем на арену. Все равно у нас выбора нету. Так, первый поединок. Ой. А, не, все нормально, все нормально. Я думал, что мы с тобой не поменяли. С последнего поединка мы же брали к нам в помощь Борзова самого, да? Но тут все нормально, тут все по-старому. Ну что, начнем, наверное, со Скалотряса. Как всегда, Барсик у меня получает от всех. Это сейчас будет, наверное... Я думал, пламенем шпарить. Без бафа, давай. Нормуль. Так, а вот теперь, друзья мои, надо нам, чтобы... А как мы это сделаем? Ну что ж, будем надеяться, что... Хотя тут надеяться уже, ребята, поздно. Есть. Использовал, да, все-таки суператаку. Да блин, мы его еще и не убрали, а, отсюда, ты посмотри. Трать. Трать. Молодец, красавчик. Ну что, я делаю укус. Этого сейчас будем, ребята, брать под свой контроль. Вот так вот. Пускай он теперь пшикает, что хочет делать, нам все равно. Заморозить он нас не сможет, потому что он слепой, как крот. Теперь давай его просто разносить. А что так слабо ударил? Кривоклык. Вот и победа. Второй поединок. Два престиголовых и кривоклык. Начинаем с этого тогда. Так, Барсик, я думаю, его сейчас шлепнет. Замечательно. А этот у нас что будет? Слушай, это же, по-моему, Барсик, да? Да, это Барсик, только вражеский. Ну и остается нам последнего добить, кривоклыка. Кого он будет атаковать? Барсика, наверное, да? Нет, штормореза. Вот и вторая победа. Это у нас третий, надеюсь, последний поединок. Для того, чтобы получить пак вожде. Ох ты. Две зеленки здесь у нас. Это плохо. Ладно, валим тогда этого в первую очередь. Валим в первую очередь. Так, а может быть... Блин, наверное, не буду пока ничего делать. Давай так вот. Перетерпим, так сказать. Блин, а потом они вдвоем ходят. Это сейчас будет таранить. И кого? Плохо. Плохо, что он так сделал. Ну а ты куда собрался? Вот так вот, да, значит. По идее, нам надо этого. Давай тогда сделаем так. И возьмем его, наверное, под контрольку, да? Давай. Неудивительно. Неудивительно, друзья, вообще нисколечко. Давай, гаси своего. Молодец, красавчик. Ты прикинь, сколько он нанес ему урона. Вот так вот. Сейчас он его ударит и разбудит. Ауч. Ну, разбудил. Это сейчас Барсика мне, наверное, вольнет. Ух, вся надежда. Да ну хорош, ты что делаешь-то? Что вытворяешь-то, парень? Скажи-ка мне на милость. Давай, уничтожай, вот так вот. Так, ребят, ну а нам надо как-то быстрее его бомбануть, потому что он сейчас будет отхиливаться и...
Блин, у него еще и защита стоит. Неужели на ничью тянет, а? Я так и понял. Смотри, я сразу потратил, сразу воодушевился, чувачок, блин. Сейчас будет морозить меня. Да ладно. Знаете, слепоту. Все, ребят, на ничью вышли. Да поздно, поздно, поздно. Захотел он тут. Ну что же, пак вождя у нас есть, ребята. И, как видите, у нас опять два пока обычных пака. Громыль, Громорок, молодой Рыкошмык. И все, что ли? Так, поехали дальше. Еще три поединка сделаем. И все будет тип-топ. Кто там у нас? Сарделька. Ага, опять же Барсик и Громорок. Вот с Громорока, пожалуй-ка, мы и начнем. С Громорока, пожалуй-ка, мы и начнем. Так, давай, ладно, сделаем так. Да что ж ты, а? Шторморец, ему осталось-то там буквально один разок бомбануть и все. Ну что, бомбанем, наверное, сюда. Сейчас по-быренькому попробуем его закатать. Не получилось, блин, по-быренькому. Сейчас, по-моему, замотают мне. Да. Да ты чё, ну... Кривоклык, ну чё ты не мог добить? По всем параметрам показывали, что он его должен был уничтожить. Но нет. Нифигашечки, да, не решил он этого делать. Сейчас будем его тогда так раскатывать. Через слепоту. Пока он тут будет кружиться, вертеться, мы будем его немножко надкусывать, так сказать. Так, и не забывать про слепоту. Да, у него, конечно, дикое желание выиграть нас, но, как вы уже догадались, это бесполезно. Он тут уже в любом случае проиграет. Это вопрос времени, точнее. Все. У нас следующий поединок. Здесь, я смотрю, Хофер, Крылатый Ужас и, опять же, Ветрокрыл. Начинаем с этих, с хитрых. Нет, это шустрые. Хитрые — это вот наши здесь. Фиолетовые хитрые. А синьки — это шустрые, быстрые. Опа. Вот это ты не в тему сейчас сделал, парень. Вообще не в тему. Зачем ты меня замедлил, еще и атаку понизил, а? Это плохо. Ты посмотри, что вытворяет, а? Он замедляху вешает на нас. Блин, соответственно, мы... Так, тихо. Наверное, ему крышка. Ну что, Ветрокрыл, нам надо тебя как-то взять в слепоту. Вот так вот. Все, теперь мы его разбираем. Приспокойненько, никуда он не денется. Пускай он тут что хочет делает. Это все равно, ребят, бесполезно. Единственное, что он, конечно, при ударе все равно, ребят, отхиливается. Вот и победа. Очередной поединочек. Я смотрю, здесь Кривоклык у него. Ага. Барсик. Слушай, кстати, отряд прям один в один, как у меня. Согласись. Тоже есть Шторморез, тоже есть Барсик и тоже есть Кривоклык. Построение практически как у меня, только в обратном порядке. Неужели сейчас ушатает? Не вышло, да? Поехали. Барсик против Барсика. Эй, Кривоклык уничтожит. Или Барсик. А я только собирался, ребята, хильнуться. Ладно.
Не получилось, так не получилось. Но победа-то все равно будет здесь за нами. 20 уровня, кстати, прикинь. Опа. Не повезло, да? Кривоклык, не повезло, твоя команда сдулась. Не дотянула она до нашей мощности. Все. Ну что, как видишь, нам выпал опять же обычный пак. И последний пак вождя мы забираем, открываем. Громобой, водорез, кривоклык. Да, ребят, больше мы ничего здесь сделать не можем. Победите 5 драконов в схватке. Победил. Открыть. Может быть, его разместить? Может быть, у нас есть где место, а, ребят? Есть? Есть. Можно, в принципе, его сюда пока поставить. Нам надо расширять, видимо, территории, мне кажется. Потому что... просто это 6500 викингов нужно. Много. Но все равно нам рано или поздно придется это делать. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.